Всем привет! Проходим игру Far Cry New Dawn. Я ее проверял, будем новую выпускать игру. Так, персонажи, выбор персонажа. Подтвердить. Исследователь, задира, крепкий орешек. Кем сыграть? Давай, исследователь. Да, новая игра. Меня зовут Кармина Рай. Я родилась в день гибели Старого Мира. Выжившим пришлось строить новую жизнь под землей. На поверхности остались лишь пепел, холод и смерть. Люди думали, что это навсегда. Но когда мы ушли, жизнь возродилась. Мне было 6, когда я впервые увидела солнце. Мама и папа были потрясены увиденным. Мир изменился навсегда. Ну а я? Мне он казался совершенным. Были еще выжившие, кроме нас. Медленно, но верно, наша община росла. Было трудно, но ненадолго настал мир. Время процветания. Новый дом. Новая жизнь. Все новое. Но... как и все хорошее, это длилось недолго. Рейдеры пришли с востока. Их вели сестры, близнецы. Они прознали про наш маленький рай. Сказали, что хотят забрать его. У нас не было шансов. Они лишили нас всего: еды, домов, друзей. Нам нужно было чудо. И тогда мы услышали о Томасе Раше. Они вместе с капитаном изъездили все западное побережье, помогая людям отстроиться, и их поезд как раз направлялся в округ Холл. Мама послала меня к ним, чтобы убедить помочь нам вернуть наш дом. Это был наш шанс. Наше спасение. Но случилось нечто ужасное. Да, действительно, что-то очень ужасное там случилось. Поезд разбился. Я сейчас, наверное, буду среди выживших в поезде. Ты живой? Боже! Так, меня зовут Кэп. Они идут сюда! Вставай, Кэп! Ну, вставай! Это хреновы рейдеры! Они убьют нас! Вставай, Кэп! Вставай! Боже, Барнс, перестань визжать, или сюда сбегутся все. Раш, ты выжил! Помоги! Нет, времени нет, уходим! Барнс, мы не бросим капитана здесь. Они на подходе. Держимся вместе. Ясно? Окей. Кэп! Твой звездный час. Нужно найти пушки
собрать людей и придумать, как нам спастись. Легче сказать, чем сделать. Не все сразу, Барнс. Иди, мы сзади. Окей. Нас извлекут из-под обломков сюжет. О боже, моя я думал, мне конец. Нужно найти оружейный вагон, взять снаряжение и спасти как можно больше людей. Так. Сюда, Барнс. Держись рядом с капитаном. Нужно бросить все лишнее и бежать. Мы еще не всех спасли. В туннеле. Ага, это метро. Я в метро ехал. Томас какой-то. Аптечку взял. О. А. Дай пойти. Так. Сейчас посмотрим журнал. Нас извлекут из-под обломков. Чего? Проводите Раша. Так, а куда идти? Я так думаю, он туда. Ну, пойдемте. Эх ты. Блин, взрывается еще. Дай пойти. Эй, вы, чуваки с поезда, слушайте. Это нам? Все, что было ваше, стало нашим. Мы с сестренкой идем за вами. Приближается песчаная буря. Если... Что делать, что делать? Нифига себе. Эй, сделай что-нибудь. Вытащи меня. Так. Работаем тихо. Какой-то посох. Что там у него? Дневник фермера. Обыскать рюкзак. Так. Куда они приперлись? Вот мы каждый день такой поезд пригоняли. Думаешь, ты крутой? Давай, танцуй! Крутой! Мы бросим тебя на бойцовскую арену! Посмотрим, надо сзади будет подкрасться. Танцуй, ублюдок! Танцуй! Это оружейный вагон. Я не заметил его. Готовьте свежие места для близнецов.
ее, и окажешься в округе Хоуп. Кармина жива. Вы все слышали. Нужно добраться до реки. Капитан, Барнс, все за мной. Нужно выбираться. Все назад! Щит какой-то. Давай, давай. Снайпер. Все, уходим, уходим, уходим. Куда идти? Ай-яй-яй, горим. Бегу, 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 ё-моё, перестрелка. Повсюду рейдеры! Держитесь, друзья, мы еще не закончили. Уходим к реке. Догоняйте меня, ребят, догоняйте. Какой как отошел? Бегут свои. Убежали, что ли? Барнс, осторожно! Не стреляй раньше времени. Посмотрим, что это. Счастливого Рождества, засранцы! Санта привез нам целый поезд подарка. Что это тут у нас? Кролички. Давайте, кролички, я спрошу вас. О чем вы, блин, думали? Едете на огромном утюге вокруг клубы черного дыма. Думали, мы не заметим? Чего вам, Барнс? Нам нужно знать, решаете вы проблемы или создаете? Что? Папа всегда говорил, что люди либо решают проблемы, либо создают. А в мире и так до хера проблем. Мы ищем тех, кто поможет решить проблемы. А, наши проблемы. И если ты это можешь, тебе лафа. Еда, одежда, пушки. Все, что пожелаешь. Даже медстраховка. Но если ты создаешь проблемы, что ж, папа научил нас, что делать с такими людьми. Таких людей нужно порешить. Наш старик в свое время постоянно так поступал. Да, да. Итак, кролички. Вы решаете проблемы или создаете их? Конечно, решаем. Мы решаем проблемы вообще по всей Барнс. Стране. Мы дадим вам чистую воду, построим убежище, достанем все, что вам нужно. Барнс, молчи! Ты это сможешь? Ну, я... То есть не я. А вот Раш. Значит, ты и станешь тем, кто порешает наши проблемы. Идите нахер. Ладно. Ты все? Прошу еще раз. Не изволите ли вы нам помочь, мистер Раш? Ладно. Спасайся! Thank you.
очнись! Я видела тебя в поезде. Ты капитан безопасности. Я Кармина. Боже, я видела, как ты упал в воду и едва успела вытащить, но... Похоже, только мы с тобой смогли сбежать. Так, ладно. Будь осторожен. Близнецы забрали Раша, но рейдеров тут еще полно. Так, нам надо вернуться вокруг Хоуп. Мама что-нибудь придумает. Идем. Так. Здравствуй. На пути в Хоуп. Вперед, если пойдем вдоль реки. Выйдем по кругу Хоуп. Не могу поверить в случившееся. Похоже, они знали о поезде. Стоило догадаться. Ладно. Пойдем. Микилу. Я впервые увидела их, когда они пришли в наш дом и заявили, что теперь он принадлежит им. Сказали, что сожгут его вместе с нами, если мы не свалим по-хорошему. Так, растения надо собирать, мой да, я отец так понял. Пытался бороться с ними. Сперва они забрали его, а затем и наш дом. Мышки, нам с мамой крыски. Пришлось начать все сначала. Пострадали не только мы. Но мама сплотила выживших, и мы попытались построить новый безопасный дом. Ух ты, выломал. По реке. Понял? Идем вниз по реке. О, растения. Еще растения. Прям ботанический сад целый. Ладно, идем вниз по реке. Животинки какие-то бегают. А что здесь наверху? Можно забраться? Нельзя. Черт. Наверху туннель, который ведет вокруг Хоуп. Его перекрыли рейдеры. Нам понадобится оружие. Давай, пошли. А где его взять? Это оружие, которое нам понадобится. Так. Кто такой? Ты, наверное, из своих был, да? О, олень. Или кто это там? Это не олень. Лось. Жива. И еще жива. По речке, наверное, небезопасно идти вот так. Кто-то бегает. Ха-ха.
шахта. Я была там, когда искала помощь. Внутри есть верстак. С его помощью можно сделать оружие. Понял. Пойдем туда. Раш должен был помочь нам довести дело до конца и дать отпор рейдерам. Но теперь все еще хуже, чем было раньше. Очень жаль твоих товарищей. Обещаю. Я приду, как все исправить. Как... Нет места. А чё? Ну ладно. Раз нет места, то пойдем. Самый верстак. Раш говорил, что ты смышленый. Давай что-нибудь соберем. Сейчас я обыщу здесь, что еще есть, и соберем. Может, что-нибудь интересное найду. Вот, например. Так, сейчас. Нет места. Ну давай, ладно. Так, где верстак? Вон он. О. Сейчас еще здесь посмотрим. Вот наверху. Здесь можно сделать оружие или пополнить боезапас. Так, нам нужны материалы. Попробуем поискать их тут, может, что-нибудь найдем. А что-нибудь другое можно создать? Только его? Ну давай. Пиломет. Хватает средств, компонентов. Вперед, взломай замок. 31/40. О, этого все. Должно хватить. Давай отнесем к верстаку, посмотрим, что можно соорудить. Отлично. Твою мать! 15 зарядов. Пиломет? Охренительно. Ну все, рейдерам конец. Теперь можно идти к мосту. Пойдем к мосту. Нас уже, наверное, там будут ждать. Ну, давай.
Хера себе, 2х сразу одним этим. Круто. Бывало хуже. Все, доберитесь до моста, да? Ну, пошли на мост. Так, а на мосту что у нас? Я не хочу по мосту идти. Мне кажется, там засада. У нас тут сейчас будет. Доберитесь до тоннеля. Так, я пока никого не вижу. Я думала, мне конец. Вроде все чисто. Очень подозрительно. А. Вон там кто-то. Видно? Показалось. Так, что-то кто-то. Давай пиломет использовать. Пока все чисто. О. Меня пока не спалили. Так, я не могу по... Ой-ой-ой, вон он. Куда ты побежал, блин? Я тебя вижу! Так, вроде чисто. Не-не-не. Так, пока все нормально, зачищаем. Оба, кто-то без головы остался.
Ё-моё! Ох, тут что за взрыв? Отлично, путь свободен. Впереди тоннель. Пора домой. Едва пронесло. Я так и думал, что засада сейчас будет здесь. Из этого можно сделать аптечку. Пойдем, ладно. Так, а вон там что? Нет, ничего. Сюда. Так, давай, почти пришли. Мы на месте. Hope count. Дома. А, это дом. Понял. Надеюсь, мама цела. Так, это, наверное, моя база будет сейчас. С ума не сошла. Мам. Дети, марш домой. Я сейчас. Ты чего? В поезде были люди, они хотели нам помочь. Но... рейдеры, близнецы, забрали Раша. А остальных убили. О, боже мой. Это было ужасно. Мне очень жаль. Мне так жаль. Зачем я вообще туда пошла, мам? О, зайка. Что нам теперь делать? Я не знаю. Я не знаю. Ведь нам никто не поможет. Мы сами по себе. Только мы. Чш. Давайте пойдем в дом. Расскажите мне все. Спасибо, что вернул ее. Часть первая. Процветание. Так, хватит. Ты умеешь стрелять? А ты лучше всех знаешь эту долину. И? Сидеть и скулить бесполезно. Так, Раш должен был помочь нам обезопасить себя. Значит, сделаем это сами. Люди в этих краях разобщены. Нам нужно найти их. Собрать вместе. Показать, что мы можем дать отпор. Мам, это непросто. Знаю. Но выбора у нас нет. Так. Ким Рай, это мой друг. Новый Эдем. Я хочу с тобой поговорить. Мы на месте. Дома. Мама права. Мы с тобой сможем привести это место в порядок. Если понадобится помощь, зови. Буду сражаться вместе с тобой, Кэп. Ты ведь не против, что я
Постой, Кэп. Что за коробка на втором этаже? Привет тебе. Работаю на износ. Но оно того стоит. Когда я вырасту, я стану компьютером. Понятно. Так, так, так. Все места, где были сделаны фотографии округа. Что бы ни случилось, я рад, что Кармина вернулась. Снаряжение. Я бы примкнул к психам в масках, но они слишком жестоки. Так вот, я хотела сказать, ты ведь не против, что я зову тебя Кэп? Капитан безопасности звучит слишком официально. Видок у тебя, прямо скажем, не очень. Добудь себе новую одежду, прежде чем мы примемся за дело. Окей. Знаешь, поговори с моей мамой. Так, а она где расскажет взять? Тебе, что можно сделать для процветания. Хорошо. Не думал, что Кармина вернется. Да еще и с подмогой. Одежда. Сделала выбор, прежде чем перейти к настройке персонажа. Окей. Да. Ёжик. Ха-ха. А, рубашку можно. Ботинками сразу. Готов. Руки. Мне надо с тобой поговорить. Меня зовут Ким. Так получилось, что я здесь за главную. Знаю, тебе и так уже досталось, капитан. Но мы сейчас в очень тяжелом положении. И боюсь, кроме тебя больше некому нам помочь. Мы ждали поезда, надеялись, что-то изменится. Думали, что мы будем вместе строить дома и растить урожай. Что дадим отпор близнецам. Но эти планы рухнули. Значит, дело за нами. И у нас много работы. Сейчас я покажу, как тут все устроено. Это процветание. Если мы намерены дать рейдерам отпор, первым делом нужно привести тут все в порядок. Сооружения помогут городу расцвести. Это места, где можно собирать оружие и транспорт, выращивать целебные растения и многое другое. Угу. Понятно. Это округ Хоуп. Чтобы выжать из сооружений максимум, их нужно улучшать с помощью этанола. Ищи на карте аванпосты рейдеров, там они хранят украденный у нас этанол. Зачищай их и возвращай наше добро. Вот здесь ты найдешь специалистов, которые повысят наши шансы на успех в борьбе против близнецов. Приведи их сюда, и процветание станет сильнее. Но без Томаса Раша у нас ничего не выйдет. Он знает толк в строительстве поселений
И без него мы не сможем вывести процветание на новый уровень. То есть надо этих всех людей собрать. Пленников в угольную шахту. Наведайся туда. Решено. Мы спасем Раши, найдем специалистов для работы на базе и достанем столько этанола, сколько нужно для развития производства. Помоги нам, и мы сделаем все, чтобы помочь тебе. Йоу. Надеюсь, с тобой все в порядке. О, привет. Вот все надо пройти. Общий прогресс. Журнал. И тот чувак с поезда, капитан, да? Салют. Похоже, у тебя 9 жизней. Тебе повезло. Видел тебя с Кармин. Он наемники, да? Добрый день, сэр! Салют. О, песик. Говорят, Уэйд Фаулер хотел построить новый центр Клык на развалинах старой церкви, дальше по дороге. Уэйд, кажется, погиб, но в центре должны оставаться припасы. Кармина Рай. Рад, что вы спаслись. Тетя Грейс присматривает за мной с самого детства. Мы не родственники, просто она уже столько лет с нами. Вот мы и стали звать ее тетей. Ей тяжело пришлось в последние несколько лет. Здоровье все хуже, зрение уже не то, что раньше. И тот чувак с поезда, на все это, она такая крутая. Ты ведь не чувствуешь себя обделенным? Оп. Я приседаю. Ты отжимаешься, а я приседаю. Что процветает? Видел тебя, Скормин. Что вы спаслись. Так. Рад, что ты хочешь помочь процветанию. Раньше эдемцы показывали. Транспорт. О, добыча, обмен боеприпасов, набор компонентов. Недоступно, понял, боеприпасы. Добыча на обмен. Продать. Боезапас полный, понял. Тачки. Нормальные тут такие машинки. Вертолет даже охренеть есть. А, компонент. У меня нет, я не смогу создать, да? Ага. Гораздо чаще. Они засели в своем убежище, когда сюда заявились. Все, понял. Ну вот и подошла первая серия игры. Есть своя база, от нее я буду дальше действовать. Посмотрим, уживешься ли тут.
Всем спасибо, кто досмотрел до конца.